Всем привет! Сегодня мы рассмотрим легкие и очень компактные палки Element Pro Alu от компании Splav. Эти палки подойдут для бега в горах, для мультиспорта, для любителей легкого трекинга, для рогейна и просто легких прогулок. Также они будут очень полезны сноубордистам во фрирайде. Давайте посмотрим, чем они отличаются. Напишите нам в комментариях, где вы использовали трекинговые палки. Трекинговые палки бывают телескопические и складные. Наши палки Element Pro имеют комбинированную конструкцию сложения. Три складные секции, соединенные специальным шнуром с фиксатором. И верхняя секция имеет телескопический элемент с алюминиевым клипсой, которая может менять длину в диапазоне 20 см. Element Pro по конструкции напоминают дуги от палатки или лавинный щуп. Алюминиевые секции соединяются специальным прочным армированным шнуром с полимерным покрытием. При помощи алюминиевого фиксатора верхней секции вы можете менять длину палки. Алюминиевый фиксатор можно подкрутить специальным болтом, открыв фиксатор, подкрутив и закрыв вновь. Система складывания палок разработана специально таким образом, чтобы они занимали как можно меньше места в рюкзаке. Длина в сложенном виде 36,5 см. Давайте попробуем разложить. В верхней части есть специальная резиночка, которая фиксирует сложенные звенья палки. Раскладываем палку. Второй секции фиксируем длину. Регулируем недостающую высоту телескопическим элементом. Если у вас в течение эксплуатации палки ослаб внутренний шнур, вы можете его легко подтянуть при помощи специального болта на нижней секции палки. Чтобы разложить палку, потяните вверх, разъедините легким движением руки и фиксируем в верхней части специальным фиксатором. Наша палка готова быть прикрепленной к рюкзаку, положена внутрь рюкзака, зафиксирована на беговом поясе или под утяжками бегового рюкзака. Складные палки Element Pro имеют специальную удлиненную ручку для быстрого перехвата во время ходьбы, части смены, траверсов или направления подъема. Также эта ручка имеет удобный хват сверху, который позволяет быстро перехватывать руку вдоль палки. Специальный неопреновый тимляк препятствует натиранию, фиксирует хват, руку, бережет ваше запястье, на которое передается нагрузка. Победитовый наконечник палки Element Pro создан из специального твердосплавного материала. Специальная форма наконечника, которая позволяет палке фиксироваться и на скользких поверхностях, и на камнях, и на сыпучих. Универсальные и легкие складные трекинговые палки Element Pro Alu станут незаменимым помощником, рогейнером, трейлранером, мультиспортсменом и другим видом активности, где очень важен и легкий вес, и компактность, и быстрое сложение и разложение палки. В комплекте к палкам прилагается специальный защитный наконечник из плотного каучука, основание которого усилено металлической шайбой. В комплект к палкам Element Pro входят специальные кольца для рыхлых и сыпучих поверхностей. Вес одной палки 275 грамм. Длина палки от 115 сантиметров до 135, что закрывает основной диапазон передвижения при активностях. В любом виде активности палки Element Pro Alu самый универсальный и оптимальный выбор. Путешествуйте налегке, пишите, пожалуйста, что вы хотите посмотреть еще, на какое снаряжение вам сделать обзор.